Що ти шукаєш? У шафі є кілька коробок. Можеш їх принести? Ось ці? Так. Я не знаю, навіщо погодилась переїздити сюди. У мене чимало речей не розкладено по місцях. Я ж пропонував тобі свою допомогу, але ти відмовилася. Що ти шукаєш? Ні. Вибач мені, Хелі. Мені так шкода. Вибач мені. Утром я первым делом закажу стекло. Спасибо. Я уберу все это. Нет, не надо, я уберу сама. Я и так отняла у тебя много времени. Больше, чем ты думаешь. Мне уйти? Нет. Это покажется странным, но иногда ты мне нужен. Рад слышать. Я не хотела идти на похороны одна, но Скотт не смог прийти. Уверен, он хотел, но у него много работы. Но он не знал Хейли. А ты знал? Милая, она не была от меня без ума. Но я была. И она знала это. Она хотела, чтобы я была счастлива. И ты говоришь об этом сейчас? Я не хочу сегодня ссориться. Ладно. Но дай мне сказать. Ты не одна. Ты можешь не иметь семьи, друзей, но ты не одна. Однажды это уже было. Я потеряла мужа. Я была совсем одна. Я пересчитывала таблетки в пузырьке и смотрела на газовую духовку. И тогда раздался стук в дверь. Он изменил мою жизнь. Кто это был? Молодая девушка, которая назвала меня тетей Джиной. Она спасла мне жизнь, Кейт. А я не смогла вернуть ей долг. Ты приняла ее и дала ей все, в чем она нуждалась. Мне не о чем сожалеть. Она знала, что я ее люблю. И не перестану любить. Я знаю, ты хочешь как лучше, но я не голодна. И не надо. Я просто хочу что-нибудь для тебя сделать. Это моя прихоть. Я никогда не видела тебя таким. И никто не видел. Это нечто новое. Ты помнишь этот медальон? Хелли, ты видишь меня? Да. Ты настоящая? Не знаю. Мне сказали, что это ненадолго. Кто сказал? Я не должна говорить об этом. Ты чувствуешь? Как будто покалывание. Хорошо, значит, у меня есть время. Хелли, пожалуйста, не уходи. Нет, все в порядке, правда. Это не то, что ты думаешь. Я не вынесу, если ты уйдешь. Нет. Знаешь, здесь все не так, как в нашем мире. Все абсолютно по-другому. Я сейчас как будто в каком-то промежуточном пространстве. Я заблудилась. Но говорят, что это пройдет. Тебе нравится этот медальон? Я подарила его тебе в день рождения. Сколько тебе тогда было? 12. Я чувствовала себя королевой. Я даже спала с ним. Это всего лишь медальон. Для меня он особенный. Открой его. Там фотография. Где ты взяла мою фотографию? У отца был снимок, где вы с ним на веранде в Атлантик-Сити. Я просто отрезала тебя и вклеила сюда.
Я была так молода, как ты сейчас. Хейли, это несправедливо. Все будет хорошо. Это все, что я могу тебе сказать. Для меня это тоже необычно. Но ты мне нужна. Я рассчитывала на тебя. Ты говорила мне о моих ошибках. Да. Я не всегда слушала тебя, но если ты останешься, я буду тебя слушать. Я буду подсказывать тебе, Джина. Только ты меня не услышишь. Ты тоже плачешь. Все так запутано. Мне грустно, потому что я буду скучать по тебе, но я счастлива. Здесь так красиво. Как там, но только все намного больше. А теперь мне пора идти. Подожди. Прости, я люблю тебя. Подожди. Я тоже люблю тебя. Закончила? Спасибо. Послушай, если я принесу десерт, ты возьмешь один кусочек и также будешь передвигать его по тарелке? Прости. Это было чудесно. Я не обиделся. Знаешь, иногда я не понимаю тебя. Это хорошо или плохо? Ты как два разных человека. По меньшей мере. Ты можешь быть милым, когда захочешь. И ты не фальшивишь. Как тебе это удается? Думаю, это можно. Объясни. Как объяснить? Для этого нужно вернуться в прошлое. Когда я был маленьким, я был вежливым и обязательным, и окружающие были счастливы. А кого я сейчас хочу сделать счастливым, тебе известно. На меня это не подействует. Я не отличаюсь вежливостью. Ты ждешь каких-то намеков с моей стороны? Нет. Иногда я веду себя пристойно. Конечно. Но не потому, что я так решила. Это как будто ты начал чихать, и тебе не остановиться. Но я должна стать лучше. Тебе не нужно быть лучше. Нужно. Для доктора? Нет. Не для него. Меня больше некому вести по стезе добродетели. Я должна полагаться на себя. Положись на меня. Я поведу тебя по стезе добродетели. Я буду твоим проводником на этой дороге. Ты не внушаешь мне доверия. Запомни. Во-первых, никогда не обижай близких и дорогих людей, пока они тебя сами не обидели. Извини. Ты прав. У меня были большие планы относительно Брэндона и Хейли. Мы хотели чудесно жить в большом доме, в окружении множества друзей, забыть о подлости, низости, воровстве, о том, как я жила раньше. А теперь у меня огромные планы, касающиеся меня. А для меня там есть место? Конечно. Это место рядом с тобой или где-то на заднем плане? Этого я еще не решила. Ты знаешь, честность – необходимые условия на пути к добродетели. Даже более важное, чем вежливость. Ты готова к этому? Ты должна быть честной со всем миром, включая Скотта. Ты должна сказать ему, что можешь видеть. Знаю. Это одно препятствие на пути к новой жизни. Что будет дальше? Неизвестно. Кто это был? Лайонел. Они устраивают поминки по Хейли в Джонни. Ляг, вздремни, я разбужу тебя. Нет, я себя хорошо чувствую. Я не спала всю ночь. Откуда ты знаешь? Я видел свет. У тебя не глаза, а рентгеновские лучи. С другого конца города? У меня есть машина.
Ты приезжал, чтобы посмотреть на мои окна? Нет, я хотел удостовериться, что с тобой все в порядке. Я знаю, это кажется безумием, но вдруг тебя тут душат, даже не погасив свет. Мне стало легче. Почему же ты не зашел? Я не знал. Одна ты или нет? Я, конечно, не слишком воспитанный человек, но всему же есть предел. Поэтому, когда свет погас, я уехал домой. Я не раз так делал. Ты приезжал и раньше? Ты меня смущаешь. Не спрашивай. Приляг. Вот уж не думала, что ты сможешь удивить меня. Но сейчас ты говоришь необычные вещи. Теперь ты смеешься надо мной? Нет. Одно дело, когда ты так поступаешь для того, чтобы я это оценила. Другое, когда я об этом даже не подозреваю. А ты тут вообще ни при чем. Альтруизм мне не присущ. Это не входит в мои привычки. Я ничего не делаю просто так. Если я что-то делаю для тебя, то только потому, что это мне нужно. Зачем? Потому что я так хочу. От этого мне становится легче на душе. Но почему? Потому что я люблю тебя. Наверное. Хотя нет, может, я о чем-то забыл? Возможно, это мазохизм, переходящий в любовь. Я не пойму, почему я здесь взбиваю твою подушку. Я отнюдь не тащусь от этого. Я же не твоя нянька. Не молчи, скажи что-нибудь. Я не уверена, что это нужно. Это мазохизм. Вот видишь, ты меня осчастливила, и я замолчал. Хорошо. Что? Посплю 45 минут. Не смотри, как я сплю. Я уже видел, как ты пускаешь слюни. Кит! Ладно, я посижу здесь. 45 минут. Понял.